Доброго времени суток, уважаемые кулинары! С вами Дарья, и вы на канале «Разбуди аппетит». Сегодня я предлагаю вам видеорецепт заливного из курицы на праздничный стол. Для приготовления этого блюда возьмем полкилограмма куриной голени. Помоем ее, удалим ненужные пленки и загрязнения, промытую голень выкладываем в кастрюлю и заливаем водой. Доводим воду до кипения, снимаем пену, если она образовалась, выкладываем в кастрюлю очищенную головку лука и морковь. Убавляем огонь и варим на медленном еще 30 минут. Через полчаса добавляем лавровый листик и специи, соль и черный перец. Оставляем вариться на медленном огне еще 1,5 часа до мягкости мяса. Подготовим желатин. Зальем его холодной кипяченой водой и даем набухнуть 10-15 минут. По истечении времени отваренные куриные ноги достаем из бульона, а также лук и морковь. Бульон процеживаем через мелкое сито. Затем набухший желатин выкладываем в горячий бульон и перемешиваем до полного растворения. От остывших куриных ножек очистим шкурку и вынем кости и хрящи. Мясо нарежем на мелкие кусочки. Достаем формы для красивой подачи. Я рекомендую использовать силиконовые, так как из них очень хорошо извлекать готовый продукт. Заливка. Заливка я делаю двумя способами. Все зависит от результата, который вы хотите, чтобы у вас был. На одну форму я выливаю бульон и присыпаю декором. У меня мексиканская смесь. Отправляю в холодильник на 3 часа до полного застывания. Затем достаю, выкладываю мясо, заливаю оставшимся бульоном и убираю опять в холодильник на 3 часа, а лучше на ночь, до полного застывания. Второй способ более быстрый. Сразу на дно формы я выкладываю овощной декор. Сверху раскладываю мясо и заливаю бульоном. Отправляю также в холодильник до полного застывания. Напоминаю, что рецепт с граммовками ингредиентов будет в описании под видео. Подача. Достаем застывшую форму с заливным из холодильника и извлекаем содержимое. Центральное блюдо нашей композиции. На него ложим форму для подачи, переворачиваем и снимаем силиконовую форму. По краям выкладываем заливное из маленьких формочек. Украшаем зеленью по желанию. Праздничное и вкусное блюдо в красивой подаче заливное из курицы готово. Приятного вам аппетита и спасибо большое за просмотр.